Привет, друзья! Сейчас я с вами поделюсь такой практикой, которая позволит вам более глобально посмотреть на этот этап, на переход одного периода в другой. И год – это тот период, которым мы исчисляем время своей жизни. Это очень важный момент и важный такой отрезок пути. И когда он подходит к завершению, очень важно сделать две вещи. Первая вещь – это остановиться, оглянуться назад, посмотреть на прошлый год и посмотреть, как мы его прожили, достигли мы своих целей, какие у нас были победы, какие у нас были поражения или провалы, какие неудачи, проанализировать и осознать то, чего мы достигли, и то, что нам мешало достигнуть этого. И это связано с нашим прошлым. Также в этот момент хорошо отпустить и разгрузить эмоциональный груз, связанный с прошлым, который зачастую нам не дает реализовывать себя в новом году и достигать тех целей, которые мы не смогли достигнуть в прошлом. И сейчас я поделюсь с вами практикой, которая позволит очищать эмоциональный груз разочарований, неудач и горечь, которые мы могли накопить за предыдущий прожитый год и за прошлые года нашей жизни. Все, что вам потребуется, это сесть, перекрестив ноги и выпрямить позвоночник. Итак, практика будет такая. Нам нужно будет сделать руки в ладошки и согнуть руки в локтях. Вот так. И делать такое движение, как будто воду, которую мы зачерпнули ладошками, мы заводим и заливаем за спину к лопаткам. Вот так. Обязательно нужно поднимать локти. Вот так. Дыхание здесь может быть произвольным. Но хорошо, если вы будете на выдохе поднимать локти вверх и отводить руки назад. Вот так. И также в ритме с этим движением, и если вы используете дыхание, представляйте, что весь груз прошлого, вся тяжесть прожитого за прошлый год, вы откидываете вот это прошлое, как бы зачерпываете из такого буфера прошлого и откидывайте назад, чтобы прошлое оставалось в прошлом и не влияло на вашу жизнь сегодня. И вот эта тяжесть, она могла быть отпущена. Эта медитация называется «Очистка прошлой кармы, освобождение от прошлого». Она усиливает наше шестое тело, тело нашего нимба, потому что мы проносим руки над нашей головой. Вот так. Идеально, если вы будете делать эту медитацию под музыку и ритм Вахигуру, 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 Вахиджио в исполнении Гьяниджи. Вы можете написать мне в комментарии или в личном сообщении, и я вам могу прислать эту музыку на e-mail. Или можно найти ее в открытом доступе, она наверняка существует где-то в сети. Поздравляю вас с Новым годом, освобождайте себя от всего ненужного и отпускайте все тяжести, связанные с вашим прошлым.